Опынуться на станциях метро романа «Апокалипсиса» и стать одним из булгаковских героев. У Могилевской центральной библиотеки имени Карла Маркса прошел черговый квартирник. Такие встречи стали своего рода презентационными пляцовками для талановитой молоди. Этим разом у гости пришли музыканты могилевского гурта «Свои чужие» и поэтесса Ольга Белова, которая презентовала новый сборник «29». 29. Это 20 вершов и 9 пытаний про життё, которые поэтесса Ольга Белова одной задавала себе. Я пишу о проблемах, которые интересуют современную молодежь. Я пишу о соцсетях, я пишу о стандартах красоты, я пишу философскую лирику. А это квест у мотива книги «Метро-2033» Дмитрия Глуховского. Гульню запустили у библиотеки у вересня этого года. Выник – черга за постапокалиптичным романом. Для многих оказалось, что сюжет «Метро-2033» был в новинку. То есть они не знали о том, что есть такое замечательное произведение. И поэтому у нас сейчас как-то спрос на эту книгу серьезно возрос. Очень много отсылок к каким-то ужастикам, к фантастике. И меня именно вот эта вот нотка заинтересовала. И мне будет интересно познакомиться именно в книге с ней. Конечно, сейчас всплеск – это мистика, фэнтези и апокалипсис. Да, что-то произошло на планете Земля, после чего люди как-то пытаются выжить. Вот. Простые, ну, в простонародье, наверное, это любовные романы, но в нашем понимании это все-таки современная женская проза, она тоже очень актуальна. Протягнулся квартирник интерактивным спектаклем по книге Михаила Булгакова «Майстер и Маргарита». До слова, твор по-ранейшему в списке самых запотребованных. Катерина Булукова, Виталь Вопсев, «Новинный регион».